Всем привет! Вы на канале CarTackle TV, и в этом видео мы поговорим и рассмотрим обновленную и расширенную, в первую очередь, серию Compact. Это серия, так скажем, продукции компании Corda, у которой достаточно большое количество поклонников. Ранее они выпускали отличные поводочницы серии RigSafe, вот такие вот коробки, как раз, которые относились к линейке Compact. В этом видео мы посмотрим на, так скажем, новые продукты, которые были представлены в прошлом году и вот с недавнего времени появились у нас в достаточном объеме. И начнем мы с классических сумок Cariel, в которых перевозятся личные вещи, какой-либо ваш, там, скажем, скарб, поводочницы и любые другие необходимые вещи для рыбалки. Первое, на что хочу обратить внимание в целом, это на цвет. Если я ожидал, что у компании Corda появятся сумки, то я точно рассчитывал, что они будут с таким зелено-болотным оттенком, либо, может быть, камуфлированным зеленым оттенком, но никак не коричневыми. В целом смотрится он отлично. Он достаточно такой неприхотливый по, с точки зрения там, грязи, но, опять же, отличается от общей линейки. Второе, немаловажный фактор, это материал непосредственно всех изделий, которые мы будем рассматривать. И здесь, так скажем, по своему скромному опыту могу сказать, что это полиэстер, и плотность его где-то в районе 500D, то есть не больше. Материал надежный, влагу пропускает, так скажем, не сильно, но при этом это полиэстер, это следует понимать. Далее, с точки зрения размеров. Сумки представлены в трех размерах, маленькая, средняя и большая. Маленькая сумка вмещает в себя 20 литров, так скажем, наполнения, средняя 28 и большая 30. То есть разница между большой и средней не столь большая, если вы вот, выбираете непосредственно между двумя вот этими вариантами. По оснащению. Ну, все сумки оснащены боковой поддержкой ручек, что делает их удобными при переноски, если, к примеру, вы перевозите в таких сумках еще дополнительно сумку с грузами, это очень полезная штука, поверьте, потому что это намного удобнее, чем обычный боковой такой ремень. Также, естественно, есть плечевая поддержка, не знаю, нужна она кому-либо, но иногда их используют. Их можно снять, есть очень удобная такая застежка с клипсой, в целом можно использовать, можно не использовать. Сама по себе сумка имеет внутренний, на крышке находится вкладыш для каких-либо личных вещей. Кстати, сама крышка имеет в себе здесь небольшой уплотнитель, который более-менее защищает содержимое внутри сверху. Плотность сумки, ну, я бы не сказал, что она тонкая, она достаточно такая добротная, с уплотнением, то есть, в принципе, сохранность вашего, так скажем, багажа так или иначе оснащена. Ну и, конечно, на нижней стороне предусмотрена вставка для защиты от попадания влаги, то же самое образование большого скопления грязи, если вы сумку непосредственно будете оставить на земле, в целом это большой плюс. По оснащению. Сумка оснащена четырьмя равноценными по размерам карманами внешними, и они имеют вот как раз в зависимости от размера сумки разную емкость. У компании Corda выпускают такие вот замечательные коробки Compact, которые многие используют для каких-либо аксессуаров и представлены в следующих размерах. 100 классическая, существует версия 110, 125, 140 и 200. И, соответственно, в сумку маленькую вмещается либо сотка, либо вот в этот, так скажем, карман боковой вмещается такая же вот коробка для снастей, для аксессуаров размером 110. Сразу отвечу на вопрос, войдет ли сюда поводочница. Нет, она по размеру не подходит. Уже померили, и вот, к сожалению, вот это вот обидный факт. Это стандартная версия поводочниц. Также у сумки на обратной стороне предусмотрен еще один карман, большой карман. И он выглядит достаточно массивно, но он не очень глубокий внутри, так скажем. У него нет большого, так скажем, отсека для вместительности. Если посмотреть на примере классической коробки первого еще поколения Corda RigSafe, Tackle Safe, она сюда с легкостью входит. Также еще сюда можно уместить поводочницу. Они закрываются без каких-либо проблем. Я думаю, даже две поводочницы еще войдут туда. И перевозить именно какие-либо ваши аксессуары, поводочницу можно в этом отделении. Что касается среднего и большого размера. Здесь уже есть явное преимущество. По оснащению у нас все то же самое не поменялось, но меняются уже размеры непосредственно карманов и объем сумки. Кстати, объем сумки вырастает в зависимости от размера не в ширину, как это обычно происходит, а в высоту, что может быть даже очень удобно для многих рыболов. Итак, по большому карману. В этот карман вмещается уже у нас непосредственно такой бокс для аксессуаров с емкостью 120, что делает его достаточно уже удобным. А самое главное, сюда
должна поместиться поводочница. Да, она помещается без каких-либо проблем, может быть, даже войдет две. Я думаю, что войдет точно две. Можно даже не проверять, потому что он весьма глубокий. И вот самое главное, лично по моему мнению, и для многих это важный критерий, на обратную сторону, в большой карман, наконец, влазит в полном размере сумка для снастей и аксессуаров TackleBox. То, в принципе, что является одним из самых таких главных факторов, я думаю, для всех обладателей вот этих вот системных коробок. С точки зрения остального наполнения сумки идентичны, как я говорил ранее. В большую версию, в большой карман влазит эта же коробка, и войдут еще ваши поводочницы, и в том числе и длинные поводочницы корда с легкостью поместится. И все, что касается именно сумок Carriel, пожалуй, это все. Переходим к следующим сумкам. Следующий элемент багажа компании Corda – это сумки-холодильники. К сожалению, когда мы делали видео на сумки-холодильники, они приехали буквально спустя 3 дня, и включить их в то видео не получилось. Было бы достаточно интересно. Сумки-холодильники представлены в трех классических размерах – малая, средняя, большая. Размер малый – 8 литров, средний – 12 литров, большая – 25 литров. Малая исключительно, скорее всего, сумка для еды, пищевая так называемая, то есть для небольшого вложения можно какое-то количество замороженных бойлов вместить. Никаких особо там выделяющихся элементов нет. Высокий борт, плотный, очень такой, я бы сказал, серьезный термообменный наполнитель. Да и, пожалуй, все. Единственное, что, наверное, стоит отметить, по сравнению с сумками Carriel, здесь молния большего диаметра, здесь, наверное, 10 мм, 12, точнее, мм точно есть. Средняя сумка на 12 литров включает практически все тот же функционал, но есть очень приятное и полезное дополнение. Сумки оснащены хладогеном, их два в комплекте. По бокам непосредственно сумки распределены эластичные ремни, которые позволяют закрепить его на стенках. В целом это приятное дополнение, потому что перед рыбалкой вы их заморозите, и когда, так скажем, с вашей сумкой продается все сразу в комплекте, это всегда хорошо. Дополнительных ручек нет, она небольшой емкости и, соответственно, именно такая версия. Большая же версия сумки уже оснащена непосредственно боковыми, так скажем, ручками, которые позволяют ее транспортировать, потому что ее размер в наполненном состоянии вмещает более 15 вот таких упаковок бойлов. Внешний карман, который позволяет непосредственно положить какие-то дополнительные свои личные вещи. И также предусмотрено два бака с хладогеном и непосредственно крепежи для его фиксации внутри. Еще один элемент, который мы бы хотели показать, который не относится непосредственно к сумкам или там сумкам-холодильникам, это просто классический холодильник компании Corda. Представляет он собой большой ящик, рассчитанный на 20 литров, с очень плотной, прочной, большой молнией и предназначен для сохранения свежести ваших продуктов на длительных рыбалках, да и вообще в целом очень интересная вещь. Стенка очень плотная, то есть ее где-то размер порядка 4 сантиметров. Соответственно, внутри здесь еще также находится плечевой ремень съемный из его материала. И вот, как ни странно, компания Corda выпустила свой переносной холодильник. Ну а мы переходим к следующим элементам багажа. Следующий элемент багажа серии Compact, который мы хотели показать, это чехлы для удилищ. Вообще в серии присутствуют удилища, рассчитанные на одно удилище, на два, на три, вот как вот это, и на пять. На два и на пять у нас отсутствуют, и рассматривать мы будем на 10-футовой версии, потому что считаем ее как бы самой удобной для показа. Сам по себе чехол выполнен очень добротно. Здесь первое ноу-хау, которое бросается в глаза, ручка, так скажем, с одним крепежом, то есть второй нет, я такого ни у кого не видел, но в целом это, пожалуй, даже более удобно. Второй нюанс, который здесь присутствует, это маленький кармашек, он есть почти у всех производителей, а внутри, если открыть непосредственно сам чехол, здесь мы найдем очень плотную, так скажем, боковые стенки. Такие стенки встретишь не у всех, так скажем, производителей, что является однозначно плюсом. И для, так скажем, кольца 50 мм есть запас, хотя здесь удилище Trinity, диаметр кольца 30 мм, но, я думаю, полтинник здесь с легкостью вместился. Катушка оснащена сейчас Daiwa CrossCast 45 мм. Эту катушку можно отнести, так скажем, большой, Big Pit. Не Shimano, конечно, по диаметру, но так или иначе она сюда влезла в притирку, но она вмещается. И напомню, это 10-футовая версия. Если смотреть на, так скажем, удилище
емкостью на 3 бланка, чехол, точнее, здесь у нас уже появляются дополнительные возможности. Ну, начнем с того, что здесь присутствуют фиксационные карманы и ремни для того, чтобы перевозить укрытие, либо зонт, хотя укрытие вряд ли здесь поместится, если у вас будет загружен отсек с катушками, скорее всего. На обратной стороне предусмотрен непосредственно большой карман для рукоятки подсака и карман для сетки самого подсака с соответствующим покрытием материала из влагозащитного, который не пропускает ее. Также внутри у нас расположено сейчас 3 удилища в сборе, оснащены катушками. И вот здесь есть определенный нюанс, на который сейчас мы обратим внимание. Сами удилища разделены между собой 2 лепестками. Друг с другом они не контактируют, не трутся, следов оставлять не будут. Сверху и снизу присутствуют неопреновые стяжки, достаточно добротные и прочные для того, чтобы зафиксировать удилище. А вот по поводу катушек есть определенный нюанс. Здесь сейчас оснащены катушки Daiwa Emblem 35 SCW. Эти катушки можно отнести к стандарту или формату, так скажем, медиум катушек. То есть, если сюда вставить катушки серии 45, чехол однозначно не закроется. То есть, если рассматривать опять же серию Ultegra 10000+, то же самое, вы чехол не сможете закрыть и оснастить, соответственно, эти катушки. И то при том факте, что, если обратите внимание, катушка, ручка катушки у меня смотрит назад для того, чтобы не создавать помеху на бортике лесоуклада. Непосредственно сам лесоуклад я бортик приоткрыл, чтобы он также меньше съедал пространство. И вот при такой компоновке чехол закрыть достаточно проблемно. То есть при выборе этого чехла, использования, скажем, 10-футовых версий чехла, будьте осторожны с выбором катушек, потому что не везде они закроются. В версиях 12 футов, 13, я уверен, что объем больше, потому что сами чехлы больше, и там, соответственно, более такой, скажем, емкий запас под вместимость. В остальном, пожалуй, это все самое основное. Что касается остальных, так скажем, продуктов серии багажа. Здесь у нас отсутствует в этом видео большой водонепроницаемый мешок. Отсутствует сумка Лебусбаров, она, кстати, закончилась. Также мы не показали версию сумки Carryall XL на 50 литров. У нас ее тоже, к сожалению, нету. Ну, а в остальном, пожалуй, вы все видели. Надеюсь, это видео было вам полезно. Если у вас останутся какие-то вопросы, пишите в комментариях, я обязательно вам отвечу. До новых встреч!